На таких, как он, держится завод. Это серьезное заявление сделал старший мастер стана 20-102 Игорь Медянцев. Посудите сами, Сергей Вениаминович Корж отдал Северскому трубному заводу 28 лет. Из них 23 прошли в трубоэлектросварочном цехе номер 2. За это время, как бы это ни звучало банально, завод и цех, коллектив стал для него домом и второй семьей. Как пришел в цех, увидел эту профессию. Можно сказать, что была мечта, и она осуществилась. Главное в моей работе, признается Сергей Вениаминович, это желание не только трудиться, но и творить. Профессия электросварщика друг творческая. Это постороннему человеку может показаться, что каждый день одно и то же. Но это не так. Металл есть металл. С таким отношением к работе Сергей Вениаминович со временем стал не только ценным работником, но и наставником. Это по нему учатся молодые самосовершенствоваться и подходить к делу новаторски. Цель такая, что повысить качество выпускаемых труб, то есть улучшить качество электросварного шва. Многое было сделано по изменению радиуса волков, плетей, формовочных, калибровочных. Непосредственно нами был предложен новый феррит, который позволил добиться высокого качества электросварного шва. Это ведь благодаря коржу. И снова не для красивого словца в бригаде нет брака, а значит и возврата продукции. У него такие предложения, которые позволяют экономить не только материальные какие-то ресурсы, но и металл, и электроэнергию, в общем. Он делает все для того, чтобы показатели свои на высоте держать. Это ведь так надо относиться к работе, чтобы товарищи о тебе говорили. У него смена на заводе началась в начале 80-х и длится по сей день. Самое главное – любить свое дело, то, что ты делаешь. Без этого нельзя. И если молодой человек пришел без огонька в глазах, хорошего ждать не придется. Накануне Нового года и 45-летия стана Сергей Вениаминович сделал себе и своим коллегам подарок. Рационализаторская мысль опять не давала покоя. И, как всегда, родилось еще одно предложение, которое уже одобрило руководство цеха. Изменение радиуса первой формовочной клети диаметром 89. Такой он, Сергей Вениаминович Корж, душой болеющий за дело, которое выбрал. Он считает, совершенствовать процесс производства труб можно и нужно постоянно, чем он и намерен заниматься. Ксения Балденкова, Александр Полищук, новости нашего города.